Авиакомпания Air Berlin, вторая крупнейшая в Германии, запустила процедуру банкротства. Уже почти 10 лет она работает в убыток. Главный ее акционер Etihad Airways отказался предоставить средства на поддержку перевозчика. В то же время правительство Германии пообещало кредит в размере 150 миллионов евро. Как ожидается, это позволит Air Berlin работать до конца ноября, а также обеспечить работу для 7200 своих сотрудников в Германии. Одновременно компания хочет продать часть бизнеса в рамках реструктуризации. Переговоры ведутся с Люфтганза. Мы ожидаем, что скоро эти переговоры завершатся. Правительство решило выделить кредит, чтобы обеспечить нынешние авиарейсы, а также будущее при новом владельце. Немецкие авиапассажиры удивлены и разочарованы новостью о банкротстве. Грустно. Я часто летал с Air Berlin, и все было отлично. Это грустно. Но я не переживаю по поводу сегодняшних рейсов. Не знаю, что произойдет в будущем, но пока все хорошо. Посмотрим. Лично у меня нет никаких плохих воспоминаний, связанных с Air Berlin. Я часто летал с этой авиакомпанией, и ничего плохого никогда не происходило. Рекордный убыток в 780 миллионов евро авиакомпания насчитала по итогам прошлого года. Основали Air Berlin в 1978 году.